Здравствуйте, меня зовут Евгений, я менеджер салона гитары, комплектующих Маэстро. Сегодняшний видеообзор, думаю, будет интересен людям, которые ищут гитару себе, например, для обучения, музыкальную школу, либо дома, чтобы поиграть, подрабатывать технику. Относительно недорогую, но при этом качественно выполненную. Речь идет о Maxwood MC6504. Данная гитара выполнена, передняя дека выполнена из ели, задняя дека и обечайка из красного дерева. 6 колков, самые обычные, как на классике ставят, 18 ладов, накладка на гриф палисандр, накладка на струнодержатель, это также палисандр. Ну что ж, послушаем, как она звучит. Довольно неплохое звучание, согласитесь. Да и вообще ценовая политика у компании Maxwood довольно лояльная. Что ж, советую вам обратить внимание на эту гитару. Спасибо, с вами был Евгений, менеджер салона гитары, комплектующих Maestro.